Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В городе Курске на реке Сейм прошел очередной рейд с участием инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области и с применением авиаразведки. Местом его проведения был выбран участок реки Сейм в районе пляжа Олимпиец, областного центра и Сеймского моста. Во время рейда спасатели встретили большое число рыбаков. Инспекторы напомнили им о правилах безопасного поведения на льду. К сожалению, большинство любителей рыбной ловли не имели при себе средств спасения, которые могут пригодиться в случае нештатной ситуации. Еще один важный момент – недопустимость нахождения на льду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рыбакам также напомнили спасатели. В рамках профилактического мероприятия с высоты порядка 50 метров обстановку на реке промониторили с использованием беспилотных авиационных систем вертолетного типа. В радиусе 1 километра сотрудники главного управления выявили опасные места на льду. Такие совместные рейды показали свою эффективность, потому что мы на месте можем оценить общую обстановку, в случае необходимости передать координаты инспектору, который имеет свои средства спасения, либо на центр управления в кризисных ситуациях для организации реагирования сил и средств. Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем любителям рыбной ловли соблюдать правила безопасности при выходе на лед. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.